хотел бы вам рассказать и поделиться тремя новыми сортами гортензиями, которые мы выращиваем в нашем питомнике. Именно три сорта гортензии, которые начинают распускаться с такой кремовым или зеленоватым оттенком, и в дальнейшем при отцветании они становятся насыщенно зелеными. Это серия гортензий, так называемые пан, потому что в названии этих сортов первые три буквы именно пан. Именно сорта, такие как Паненко, Пандора и Панорама. Они фактически не разваливаются, то есть их можно рекомендовать даже для выращивания в кашпо, то есть так называемое сейчас модное патио. Эти сорта отличаются еще устойчивостью к неблагоприятным условиям, такие как дождливая погода или сильный ветер. Посмотрите, эти сорта прекрасно держат форму, не разваливаются, у них мощный побег, который держит такие мощные крупные соцветия.